Олимпиада сегодня весь день на всех видео идет. Да, что в четверг начнется Олимпиада. Кому интересно, сейчас 8 утра. Но ничего не изменилось, потому что у меня компьютер вчера решил мне за это закрыться 3 раза. Поэтому я сохраняю то же самое видео про те же самые комиксы. Уже 3-й или 4-й раз. Короче, да. Надеюсь, вам это понравится. Всем привет! Сейчас 8 утра, и мне все равно, как я выгляжу. Вот. Сейчас будем завтракать или как перекусывать, потом записывать опять это видео, потому что у меня, короче, я не знаю, у меня уже 2 жестких диска заполнены всякими фотками, видео и тому подобное, поэтому поэтому у меня какие-то видео, какие-то фотографии, они на компьютере. Компьютер у меня с очень маленькой памятью внутри. Поэтому у меня это видео записывается уже 3-й или 4-й раз. Окей, сейчас, в общем, будем пить чай. Сегодня у нас тоже дела всякие. Нужно съездить на встречу. Бизнес-встречу. Ну, мы надеюсь, мы туда приедем раньше всех, как всегда. И вам покажем что-нибудь, что-то будет интересное. Так, чай, водичка, чай с лимоном, банана. И да, и пойду снова сохранять видео. Привет! Я вчера немножко приготовила курицу. Карри называется, да? Такая желтая специя. Называется по-английски это curry. Вот, я не знаю, карри, наверное, по-русски. Вот, так что сейчас поем. Я что-то голодная, не знаю почему, но пойду поем. Всем привет еще раз. Я не знаю, наверное, уже здоровалась. В общем, да, сейчас мы собираемся, поедем по делам. Мы едем на бизнес, как бы, встречу с нашими... Как это называется? Как бы встреча с партнерами. Не знаю, как это правильно сказать. Вот, поэтому да, сейчас мы поедем туда. И встреча будет происходить в одном из казино. Так что, может быть... Ну, мы, конечно, не пойдем там в казино и все тому подобное. Вот, а встреча будет в лобби, в холле, не знаю, как это называется, в предбаннике. Вот, поэтому... Может, там что-нибудь поснимаю, не знаю. Но это казино, в которое я хотела давно попасть, именно вовнутрь, потому что мне нравится само здание, как оно выглядит. В общем, я вам покажу. Вот. Так что я надеюсь, что я себя заставлю вытащить камеру и что-нибудь снять. Да, пока. 10 минут позже. Через 40 минут должно было быть это собрание. Вот. Мне сейчас присылают смс, что они его перенесли на пока неизвестную дату. Это люди меня просто убивают, когда... Как можно было не с утра мне сообщить, да, чтобы мы все планы отменили, еще другие и тому подобное, а просто за 30-40 минут до собрания. Ладно, тогда поехали в магазин, на заправку, и... Что еще сделать? В банк нужно заехать. В общем, да, поехали туда по своим делам, которые уже сейчас, сколько, будет почти 5 вечера, все будет закрываться, все бизнесы, все, что я хотела куда пойти. Не делайте так. Смотрите, 4 часа вечера. 4 часа вечера. Смотрите, больница. Больница Генри Форда. Смотрите, какая здоровая. Офигеть, да? It's a hospital. That thing is humongous. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6 floors here. That's just in the front of the building. Right.
Вообще здоровая, короче, больница. Это только с этой стороны. Это главный вход. А там, вот смотрите, вот дальше еще и стоят корпусы. Написано западный вход. Вот здание. Ну понятно, никуда не нужно выходить, просто через всю эту проходишь. Подпольная, как это, не подпольная, подземная парковка. И там еще много-много корпусов. Короче. Вот там вот бело-синее здание. Michael Jackson, The Temptations, Pittsfield, USA. Там мы. They got something in the front. James H. Cole. That's a what do you call it? I think funeral. It's -6 degrees Celsius. Вот как-то так. Сейчас минус 6 по Цельсию. They must have knew you was coming by. That's what they did. Вот как-то вообще так. Детройт. Вот смотрите, два вот этих дома, это как бы для тех, кто восстанавливается после каких-то, ну там, наркотиков или алкоголя, зависимости, вот. Видите, переделали дома в какой-то бизнес, бизнес спейс, what do you say? Oh, this is bad, this is bad. Даже в этом видео про... Смотрите, какое тонкое здание. Даже видео про комиксы. Я извиняюсь, что у меня там речь какая-то вообще абсолютно... Что у меня там речь абсолютно непонятная, потому что я потом пересматривала уже, когда видео, понимаю, что просто половина моих предложений, они вообще никакого смысла не представляют, потому что... По-русски уже не разговаривала, ну не знаю, то есть for rent. По-русски я не разговаривала уже несколько, получается, с какого числа? С 1 числа. Это что, 4 дня? Но я только разговариваю на английском, поэтому. Смотрите, вот такой вот один из автосервисов. А, ну вот написано автосервис. Улица, наверное, называется Grand River, не знаю. Grand River. Что вот. Вот так вот стоят машины, ждут своей очереди. Короче, это было здание Motown музея. The museum. Huh? Yeah, it's a museum now. It's no longer. И вот такие дома вообще, потому что никто здесь не живет. Ну, мало людей осталось, поэтому эти дома все переделывают в бизнесы. То есть видите, вот они все заколочены. Но это вроде как. А нет, это тут при церкви. Вот. Ну да, переделывают в бизнесе. Да. Короче, я туплю с русским моим. Я извиняюсь. Смотрите, следующая лотерея. Видите, наши хайвеи, это
Ну и как всегда не видно. У нас, короче, метель. Вчера все растаяло. Ничего нового, в принципе, я вам не скажу. Вчера все растаяло, сегодня даже мусорка не приехала, блин. Вот. Все растаяло. Сколько я раз уже сказала? Три? Мне нос чешется. Вот. И сегодня я просыпаюсь, и вот такая вот фигня. Угу. Круто. Я не хочу, на самом деле. Знаешь, не так сильно глубоко, но тем не менее. Вот, дорожки нет. Дороги основной тоже почти нет. Да, вообще не аппетитно выглядит. Но, тем не менее, это как вот я всегда ем. У меня муж вообще мне поражается. Он говорит, вообще, ты нормальная, нет? Вот, то есть я когда что-нибудь ем, мне всегда нужно сверху полить кетчупа с майонезом. Но у нас нет майонеза, поэтому я решила картошку себе испортить. Вернее, не испортить, а вот. Я могу ее есть с этим, с огурчиками. Это вообще круто. И что это еще? Горчица. Так что вот такая вот каша малаша, но тем не менее мне нравится. И да, всем привет, кто, ну, мы еще, наверное, не виделись, и вам приятного аппетита. Всем еще раз привет, короче, все, я поела, сейчас буду заниматься работой, делами, и пока села чай попить, думаю, расскажу историю. Я мужу какой раз, как бы, когда он обычно едет, например, с работы, или просто, то есть он где-то на улице, а я как бы дома, то... И он, например, спрашивает, что купить домой, да. Я ему говорю, купи что-нибудь к чаю. То есть, знаете, я не знаю, кто, многие ли пользуются таким термином, но мы как бы все время дома, да, в России, папа обычно спросит, что-нибудь к чаю нужно? И мы точно знаем, да, купи что-нибудь к чаю, это значит, там, вафельки, печенюшки, то есть что-то, что можно с чаем, есть какую-нибудь закуску, вот. Я когда мужу так говорю, он обычно приносит нам какие-то шоколадки, то есть у нас тут шоколадки, вот в таких вот маленьких упаковках, я, по-моему, показывала много раз, то есть там по 6, по, не знаю, по 8 шоколадок. Вот, кстати, пока не забыла про сникерс. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь замороженный сникерс? То есть вот, когда купите сникерс в следующий раз, положите просто в морозилку, и потом, когда он уже заморозится, ешьте, то это вообще прикольный вкус. То есть такой замороженный сникерс, это тут тема. Вот, здесь даже многие магазины, у них есть обычные сникерсы, как бы на полке, и можно сказать, можно мне замороженный сникерс? У них есть такой в холодильничке отдел, и там они кладут замороженные сникерсы. Потому что сникерс очень вкусный замороженный. Так вот, муж у меня обычно принесет мне вот эту пачку шоколадок, вот таких вот 6 штучек. И мы, получается... быстро их как бы съедаем. То есть нас двое, там, скажем, по 3 шоколадки, да, это, ну, там за день можно съесть. Вот. Я ему каждый раз говорю, купи что-нибудь к чаю, и думаю, что мне ничего не привозится к чаю, вот. И вчера мы идем в магазин, я говорю, мне нужно что-то к чаю, он говорит, окей, вот. И он пошел в один отдел, я пошла в другой отдел. У меня заработал этот, да, кондиционер. Я, получается, взяла печенье, я ему говорю, ты взял что-нибудь к чаю? Он мне показывает, типа, да, шоколадки взял, вот. И до меня только вчера доперло, что у них же нет такого, как бы, такого фразы, что... что-то к чаю, вот, поэтому, да, вчера мы выяснили, что такое, что купить что-то к чаю, в общем, купили всяких там вафелек, печенюшек, но теперь у меня муж в курсе. Я иногда туплю, вообще, конкретно. Ням-ням. Ну, я попытаюсь ближе показать такую фигню. Вот, в общем, ничего не видно, дорогу не видно. Чё это у меня на камере? До сих пор у меня эта фигня на камере. Короче, вот, посмотрите, это кошмар. А, сколько снега, сколько снега. Это ужас, я вообще решила выйти посмотреть на этот кошмар. Да. В общем, за эту зиму у меня останется много видео с памятью о снеге. Да.